Всем привет, с вами Прия. Итак, BlizzCon подошел к концу, а это значит, осталось еще несколько новостей, которых стоит обсудить. Итак, улучшение сумки 16-слотовой, которая дается каждому персонажу при его создании. Итак, после BlizzCon 2017 года мы узнали о том, что бакпак, то есть рюкзак, слоты рюкзака будут увеличены в отличие от нормальных 16 слотов в будущих патчах в что-то более масштабное. То есть это, возможно, будет 20, 24 или даже 28, а может быть даже 32 слота. То есть это весьма будет классно на самом деле. Этот апгрейд рюкзака будет автоматически добавлен людям, имеющим аутентификатор на своем Battle.net аккаунте. И, как я правильно понимаю, то, что если человек его открепит, то он потеряет это улучшение. Ну или если прикрепит вновь, то получит его вновь. А весьма интересная вещица, если честно. Ей убивается сразу две цели. Первая цель — это, конечно же, та, что компания Blizzard заботится о нас, заботится о наших аккаунтах и в их интересах держать наши аккаунты в безопасности путем аутентификатора. Но многие люди не пользуются этой чудесной вещью и забывают о ней, а потом теряют своих персонажей, золото путем того, что залогинились с другого компьютера или с незащищенной какой-либо сети, там хакеры, взломщики, хацкеры всякие, там взламывают аккаунты, ух, как им не стыдно. Вот. А компании-то это нерезонно восстанавливать, то есть тратить свои какие-то силы, ресурсы на все это дело, на поиск мошенников там в дальнейшем еще. Поэтому прикрепление Battle.net аутентификатора, оно решает эту проблему, и ваш аккаунт, ну, абсолютно никак нельзя будет стырить, проще говоря, изменить какие-либо данные и нарушить его работоспособность. Ну и к тому же это приятная вещица для тех людей, кто уже пользуется этой функцией, и приятная функция для тех, приятное нововведение, точнее, для тех, кто еще не воспользовался этой функцией, но начнет ей пользоваться с этого момента. Остается ждать, на сколько слотов будет увеличение и в каком именно патче это добавят. Скорее всего, это будет в припатче нового дополнения Battle for Azeroth, битвы за Азерот. Ожидаем его к концу 2018 года, 2018. И все будет видно, все будет классно на самом деле. Очень много нововведений, очень много достойных нововведений. Особенно таких, в которых Blizzard реально заботится о нас. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше, недельного сундука, говорится, не болейте, скоро зима, готовьтесь к Анторусу, Анторус тоже скоро выходит, чекайте другие различные видосики в плейлисте, который посвящен новому дополнению, и приобретайте всю эту информацию для себя, изучайте ее. До скорого, берегите ноги!